Allumons les missiles. Batalaye. Vendu. Я тебе ухо отрежу! Сволочь! Тамплиер подождет. Женщина страдать не должна. Остановись, дрянь! Иначе я отрежу тебе оба уха! Нет! Слава Богу! Простите, мне нечем вас отблагодарить. Ничего не нужно. Когда-то я сам сбежал так же. Вас же могли снова схватить. Для человека чести не помочь, вот риск. Я ищу Бастиану Жозеф. Знаешь ее? Лично? Вот еще. Но любой белый господин отведет вас к ней. Кроме этого, спросите в городе. Я спрошу. Есть куда пойти? Семья ждет меня в горах. Не волнуйся за меня. Да хранит тебя Бог. Конечно, моя жизнь ничего не стоит, но спасибо, что спасли меня. Живи достойно.
Я как раз иду туда. Несу ей подарок. Сколько угодно, сэр. Не бойтесь, я вам конкуренции не составлю. У меня слабое сердце. Посмотрите на эти экземпляры. Прекрасно. Эти черти будут работать за троих. Эти меры обеспечат безопасность вашей семье, друзьям и всем жителям Порто-Пренса. Я не предательница. Рабам будет только лучше. Если бы на плантациях могло стать лучше, разве они бунтовали бы? Конечно. Ими движет одна лишь жажда насилия. Как вами деньги. Хотите помочь своим черным друзьям? Вперед. Успокойте их. Иначе... Довольно. Я и так знаю, что будет. Я сам бы и мухи не обидел. Но надсмотрщик направит дисциплину на свой лад. Это излишнее. Я передам ваше послание. Но цена высока. Мы оба выиграем. Желаете ли чего-нибудь еще, губернатор? Я слишком стар. Боюсь, Гюзанна уже забрала все мои силы. Тогда прощайте. Мадам Жозеф, вы ждали посылку? Да, но не вас. Где же адмирал? Ясно. И со мной вы хотите поступить так же. Оглядитесь. Чуть что, и вас просто прикончат. Я здесь с миром. Скажите, как тамплиеры позволяют вам это? Я лишь посредница. Но прежде чем судить, знайте, что деньги тамплиеров покупают свободу таким, как вы. Я знаю, что это. Не знаете? Я вижу клеймо раба. Красноречие ученого. Руки моряка и наряд ассасина. Оружие. Думаю, вас застиг шторм. Что вам нужно? Корабль? Приют? Небольшая цена за эту посылку. То, что нужно, я возьму сам. Но докажите, что вы не лжете. И, возможно, мы договоримся. Вот вы как. Хорошо. Окажите мне услугу. Агюстен Дьюфор — человек весьма скрытный.
На плантации есть его люди. Отдайте им послание губернатора. Агестен докажет вам, что я не лгу. Повторите этот пароль. Кто не будет спать, того крабик съест. Кто не будет спать, того крабик съест. Славно, неплохой баритон. А теперь уходите, пока не вызвали подозрений.